большой привет из Баракареса. У нас сегодня место купания, прогулка по пляжу. Сегодня так красиво, небо пасмурное, может быть, будет гроза и солнце. Красота. И мы сейчас пойдем, ну, не знаю, сколько километров, 5 пройдем по пляжу. Бушует море. Мы с Александром на перегонки, я что-то отстаю. О, как тяжело по песку бежать. Еще те спортсмены. О, все, я выдохлась. Чаек сфотографировать. Они здесь присели и наслаждаются волнами погоды. Красотки. Вдалеке уже видится понтон, и это деревня Оли и Кристина. Сейчас мы попробуем туда дойти. Она мне говорила, что где-то минут 40 пешком от нас. Мы сейчас видели, они поймали огромную дораду, рыбу. И съели. И теперь катаются на волнах. Вот жизнь. Все время на каникулах. Все, мы дошли до деревни моей сестры, которая называется Порлюкят. И вот в этом доме у них квартира, которая сейчас сдается. Секельшер. Celui qui a la baie vitrée qui est ouverte, je crois. А, вот, вон они. Вот это вот, кажется, квартира, если не ошибаюсь. Где дверь открыта. Вот. Деревня замечательная, мне очень нравится. Просто супер. И шли мы, ну да, Оля была права, шли мы где-то 45 минут. Я посмотрела на телефоне, сделали мы почти 4000 шагов. Нужно посмотреть по времени. Сейчас пойдем уже, поднимемся на понтон и пойдем обратно. Владислав, наверное, уже проснулся. Мы не знали, здесь оказывается брокант сегодня. Люди продают свои вещи. Сейчас, кстати, и посмотрим, что здесь продают. Бегают все. Может, что-нибудь найдем. Все, кто переезжает, что-то продают. Сегодня утром какая красота. Небо, тучи и море. Все французы испугались туч. И на пляже почти никого утром нет. Хотя здесь на пляже утром немного народу. А на самом деле вода просто супер теплая. И погода
отличная. Пляжи уже убрали. Я сейчас пойду сначала ходить по песочку и потом плавать. Для боя? Решили съездить найти туристический офис. Он находится в другой деревне, не в нашей. Деревня, городок, кто как называет. Вот. Чтобы посмотреть, что будет происходить на этой неделе и на следующей неделе вокруг нас. Потому что мы уже накупались, но еще ходим на пляж. Но уже, если честно сказать, по два раза ходить не всегда хочется. Вот так. И теперь нам хочется уже попутешествовать, что-то посмотреть. Далеко сильно, честно сказать, ехать не хочется. А так, где-нибудь в округе посмотреть. Хотя уже вам все показывала. Деревню рыбаков показывала. Долину устриц показывала в прошлом году. Снимать одно и то же, конечно, не очень хочется. Но посмотрим. И у нас опять на следующей неделе с понедельника передали каникулы. То есть жара будет подниматься до 39 градусов. Поэтому посмотрим, как мы сможем куда поехать и что сделать. А вон он, офис туристический. О. Здесь для деток маленький парк из надувных штучек. Во Франции дети очень любят прыгать вот таких. Влад, когда маленький был, тоже постоянно играл. Так, открыт он или не открыт? Вроде открыт. Ну вот сейчас возьмем всяких брошюрок. Смотрите, для французов гиды, гид, это летний гид, все, что можно посетить, где что можно купить, все очень удобно. А, Елена сразу два схватила. J'ai bu en pays catalan, c'est le restaurant. Un restaurant est bio. Различные кооперативы, которые можно посетить. Ça, c'est bien, ça, oui. Ça, c'est quoi? Pour faire les randonnées, les marches, en Pyrénées-Orientales. Oh. Avec chaleur? Non, mais après hors saison même. Carte. Ouais. Чтобы поход идти. Par grâce, on est là, nous. Вы меня спрашивали, что здесь можно посетить. Здесь столько всего. И фабрики всяких сладостей каталанских, и пиво производят, и масло, и всякие исторические музеи, гроты разные, фабрика по изготовлению бижутерии, фабрика по изготовлению обуви, фабрика по изготовлению из дутого стекла. Здесь посещай, посещай, посещай. Мы, конечно, все посещали, когда у меня еще не было канала. Вот эту фабрику не посещали, обуви. Надо будет посмотреть. Зашли в Thank you.
я. Сегодня нет дискотеки, только по выходным, скорее всего. И смотрите, нас пустили сюда. Закончился фестиваль, разбирают сцену. И ветер, конечно, ветер. Какая сегодня красивая луна, пальмы, луна, море, люди гуляют. И мы тоже возвращаемся с очередной прогулки. И уже почти 11:30 ночи. Хотела поближе сделать фотографию Луны, у меня не получается. Она вся расплывается, но все равно красиво. Вот с Владом спорим, на что похоже это строение. Как вы думаете, на что это похоже? Я не буду говорить свое мнение. Вы мне напишите в комментариях. Что за памятник? Кто построил? Что похоже? Сверкает серебром. Ночное море вам поснимаю.